Привет. В общем, я скупнулась, переоделась. Сейчас налью кофе и будем делать вместе окрошку. Так, я вас пока оставлю сюда. Вот. Колбаску вот отрезала уже. Сейчас быстренько нальем кофе. Сейчас мы быстренько нальем кофе, чтобы немножко выпить, чтобы было повеселее. Ой, что-то меня замотало. Ну, я уже тут, знаете, без вас почистила яйца быстренько, мыла огурцы. Так, молоко. Молоко. Все, сейчас будем делать. Молоко налили. Фу, конечно, после жары это вообще не очень хорошо. Так, все. Надеюсь, мне будет видно. Да? Видно? Так, в общем, кофе я налила. Пусть стоит кофе. Вот так, начнем резать. А ну что, не надо как бы брать, если что. Что надо брать. В общем, сначала сейчас нарежем яйца. А, я не посластила, ну ладно. Сейчас нарежем яйца. Можно покрупнее. Что их мельчить-то? Подождите, я очки надену, я потому что вообще ничего не вижу. Я без очков вообще ничего не вижу. Даже не вижу, что у меня там снимается. Вообще у меня здесь что-то как-то... Ой. Кривовато. Вот так вот. То есть, видно, да? Я делаю. В общем, режем яйца сначала. Я картошки немножко отложила, потом, когда я перемешаю все, посмотрю. Такая, конечно, жара, в жару только вот окрошку есть, потому что я не знаю, что еще в окрошку можно есть. В окрошку? Почему можно в окрошку есть? В жару в окрошку. Я уже что-то вообще... У меня, кстати, я сейчас помылась, вышла, вот стала кофе наливать. У меня прям как голова кружится. Непонятно самочувствие такое. Ну, желудочек вылез. Чего тут? Давай вот так вот нарежем. Желудочек. Желудочек, желудочек. В такую жару только есть окрошку надо. Фу. Да, вот уже вроде скупнулась, но что-то непонятно. Сейчас мы еще с вами сделаем окрошку и почистим с вами еще картошку. Я буду жарить, мне нужно картошечку. Зеленым лучком и с окрошкой будем есть. Будет очень вкусно. Кстати, напишите в комментарии, кто с чем любит окрошку. Мы вот делаем с квасом. Но я тоже люблю с квасом. А раньше вот в деревне, когда я жила, мы делали на кефире. Тоже очень вкусно. И еще
с томатной килькой. В банке килька томатная. Тоже вкусняшка. Ну, сейчас я делаю с колбасой, а так вот мы иногда делаем, ну как иногда, в основном с мясом делаем. Но я люблю больше с колбасой. Андрей у меня, понятно, любит с мясом. У меня вообще любит мясо. Вот, а так напишите, кто с чем любит. Кто на кефир, кто-то делает на минералки, кто-то просто воду, я не знаю, там с чем делать. Кто-то на рассоле. Все по-разному. Вообще, а сестра, кстати, у меня родная, Катя, то, что вкусно делает окрошку, и она еще туда, знаете, добавляет это, морковь, отваривает морковь и добавляет, ну, получается очень красочно. Ну и вот, в общем, а свекровь у нее делает, она вообще только ничего не добавляет. Да. Ну, в общем, вот эта колбаса, она по акции. Вообще, она вязанка неплохая. Не знаю, кто пробовал, скажет, что она неплохая. Тем более, она по акции. Для окрошки, знаете, самое то. В общем, я сначала, смотрите, как нарезаю колечками. И потом уже буду складывать и резать. Но мне так удобнее. А зелень и огурцы я буду вообще нарезать в другую тарелочку. Сейчас я... Вообще многие как делают? Многие делают так. Сразу все нарезали. Все нарезали. Туда сразу все залили. Перемешали майонезом. И она у них там стоит неделю. Они ее едят. Нет, я ничего не осуждаю никого. Ничего. Каждый вправе делать так, как считает нужным. Правильно? Вот. Ну, я говорю, как вот мы делаем. Мы делаем... В одну тарелку вот такую нарезку, допустим, картошка, яйца и колбаса, да? Это мы делаем в одну тарелочку, все перемешали, накрыли, убрали. В другую тарелку я режу огурцы, в третью тарелку я режу зелень. И уже потом, перед подачей, естественно, там в каждую тарелку накладываем там картошку, да, с колбасой, с яйцем, туда зелень, огурцы по вкусу все добавляю, естественно, там перец, майонез, а еще мы горчицу я добавляю тоже. То есть вот так. И дольше она так хранится. И что еще хотела сказать, лучше хранится. И можно потом, если что, салатом доесть. То есть, допустим, крошка уже тебе надоела, ты можешь салатом доесть. Как оливье получится, еще горошек добавить. Вот. Так что вот. Как-то, ну, я делюсь просто как бы не то, что рецепт, какой-то рецепт. Ну, рецепт просто. Вот. Ой, я не так сделала. Извините, я немножечко перевернула. Я думаю, хватит. Сейчас я перемешаю. Смотрю, что к чему. Как? Ой, а тут у меня сколько еще осталось? В попочке. Это нужно тоже нарезать. Зачем мы это будем выбрасывать? Правильно? Так, сейчас мы перемешаем. И
А на мне не надо смотреть, смотрите вот. Так. Кстати, вот мы отваривали в этот раз картошку. Ну, я вам говорила, сначала сырую нарезали, да, отварили. И она получилась жестковатая. Жестковатая. Так, колбаски, наверное, еще можно. Так, вот поставлю. Сейчас еще колбаски. Что-то как-то я еще картошку положила. Все равно такое-то. Сейчас мы еще картошечки. Еще колбаски нарежем. Чтобы повкуснее так было. Так, огурчики. Огурчики, помидорчики. Меня милый целовал в коридорчике. Еще вот столечку отрежем. И все. Чтобы было побольше колбаски. А что здесь одна картошка? Что-то непонятно. Блин, жалко, укроп вот нет. Я, может, ладно, обойдемся. Я уж что, не пойду по жаре-то с укропом. С луком поедем. Я, кстати, сегодня, что я сегодня ела? Я сегодня с утра пила чай с бутербродом, знаете, с каким? С паштетом. Ела. Потом еще один. И дольку съела помидорки. И вот сейчас кофе пью, все. Или, кстати, есть у меня охота. Такая жара. А еще вообще пиц. Так, дальше. Что я хотела еще сказать, рассказать. Ну вот, колбаски будет побольше, нормально. Завтра, значит, на покраску волос еду. Покрашусь. Представляете, у меня идет запись видео, и мне звонит номер какой-то этот. 611, типа Теле2. У меня же оператор Теле2. Но это не Теле2. Потому что у меня высвечивало, что Теле2. А сейчас просто неизвестный номер пишет. Вот целый таз сделала я. Сейчас мы это уберем. Нарежем огурец. С вами. Картошку почистим. Блин, хорошо, что видео сохранилось. А то что я бы делала? Я столько записывала видео. Так, сейчас мы это все накроем тарелочкой. Берем в холодильник. Вот смотрите, вот получилась у меня такая заправка. Сейчас мы ее уберем. Вот так вот накроем и в холодильник я уберу. Все убрали в холодильник. Сейчас мы нарежем. Так, колбасу можно тоже убрать. Сейчас огурчики нарежем. Так, огурчики нарежем. Вот в эту. Я думаю, два достаточно. Если что, у меня это. Если что, подождите, что у меня здесь как-то
Оставлено, не пойми чего. У меня когда оператор позвонил мне тут, естественно, я вставала, все трогала телефон, все такое. Так, значит, вот будем сюда нарезать. Креветочек сюда поставим. Огурчик сюда. Сейчас я нарежу пока два. Если будет мало, я там еще есть огурцы. Вот. Мама придет. С работы тоже поест. Крошечки. Все, режем. Вот у меня окрошка почти готова. У меня, значит, 4 дня выходных. В субботу. Мы с Андреем туда сходим погулять. У нас, кстати, в городе будет... Ой, господи. Я говорю, думаешь, одну хочешь, другую? У нас скоро день города будет, 800 лет. У нас парк делали. Вот сегодня прочитала в интернете, что в воскресенье будет открытие этого парка. Мы сделали какую-то фигню, там же фотки выставили. Мне кажется, раньше что было лучше. Ну и вот, и типа туда будет пускать только... Кто сделал за последние 3 дня типа тест, либо там у них будет при входе стоять такой человечек, который будет делать экспресс-тест. То есть тот, кто в парк, да, тебе нужно будет дать тест. Вот я не понимаю, как его так быстро сделают. А когда, значит, лететь куда-то за границу, то нужно за 72 часа делать. Ты его сдашь за 72 часа, а он это. Потом сходишь в магазин и заразишься от кого-нибудь. Мы придумали. Фу, жарище, не могу прям. Вот огурчики нарезали. И вот у нас в честь этого дня города, в общем, все лето, каждые выходные, ну, каждые выходные, там, в субботу, что ли, да, вот, приезжали к нам выступать там звезды. Каждые выходные у нас салюты. Столько денег в небо. Просто каждые выходные. Я еще когда лежала в больнице в июне, уже запускали эти фейерверки. Ой, салюты. Столько денег. Это вообще не знает, куда деньги деть. Огурчики, помидорки, меня милый целовал в коридорчике. Жарище. Так, сейчас еще с вами начистим картошку. Картошку я попозже начищу, время очень мало. Сейчас начищу, пожарим. А чем мне сейчас заранее чистить? Так, все. Огурцы я нарезала. Огуречки я нарезала. Их сейчас мы тоже накроем тарелочкой. И все. Thank you.
все. Карели. Огуречки. Надо сейчас зелень намыть. Сейчас мы намоем зелень. Сегодня полотенце, чтобы было сухо. Значит, сейчас у меня лук немножко обсохнет, я его порежу. Попозже почищу картошку. И все, мы с вами все сделали. А, картошку надо убрать в холодильник тоже. В холодильник, в холодильник. Спасибо вам за компанию, что вы со мной приготовили окрошку. Мне одно скучно. Мне было бы одно скучно делать. С вами повеселили. Поговорили немножечко. Обсыхает. Фу, мы сейчас допьем кофеёльку и все. Надо, кстати, кофе купить, посмотреть где-нибудь. Ой, я так сейчас села, и мне так ветерочек дует в лицо. Хорошо. Спасибо вам за то, что были со мной, смотрели меня. Целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Всем хорошего дня.